Зачем? Эй. Я спрыгнул. Упс. Все спрыгнули? Нет, у нас чувак сзади стоит вообще. Он вообще еще там в комнате. Отстреливается. Бля, куда он побежал опять? А, он с Хантером. Бля, его схватили. Ребят, меня внизу схватили. Да, у нас чувак. Макс прыгает один, да. Блин, давай, прыгаем. Меня босс схватил, бля. Все, короче, не любая, ну как обычно все. Даже админы сходят. Бесполезно. Они же проигрывают на 100 очков. Что тут уходить сразу? Ну типа, а, минус не получилось сделать. А меня бесит, да, даже сейчас, знаешь, когда выигрываешь, и ты, ну, как до сих пор выигрываешь, и вы просто вот, ну, тенденция просто идет, что вы начинаете резко там что-то проигрывать. И даже если вы полностью сольете, все равно будете, ну, выигрывать. И все равно начинает отливать, ну, это просто... Ну все, минус. Выигрывающий, да, команда. Чё случилось? Куда Элис телепортировался отсюда? Ну, только что бы... Чё вообще происходит? Кто там? За Элис зашёл? А кто это? Он наоборот вышел. Потому что Элис стоял, нет, Элис не это бот. А потом телепортнулся куда-то вообще в другую комнату. Бот не это. Да чё он стоит, смотри. А, он с тобой ходит. Эй, ammo here! Ножку с нами стал. Окей. Элис сейчас подписали на тормоз. Прямо в болевой. Ну, танк. Опять танк. На 2 секунды появляется прямо перед мордой. Предлагаю запускать раз. Максим неоновый такой. Неоновый. У меня патроны осталось. Обходи, обходи, обходи. О, хорошо. Макс, сзади тебя. Чарли. Пресно. У меня 3 патрона осталось. У тебя холодно. Просто наши очки.